Строительство выезда из 6-го микрорайона на трассу М4 Дон переходит к стадии укладки асфальта. К Новому году трасса протяженностью около 1,5 километра обретет нижний асфальтовый слой. В ходе строительства используется 28 единиц различной техники – асфальтоукладчики, катки и грузовики. В минувшие выходные рабочие завершили треть работ, положив 550 метров асфальта. Нижний слой он непосредственно нужен, чтобы дальше продолжать оперативно заниматься последующими участками строительства автомобильной дороги, не принося вред щебню, непосредственно чтобы уже ездить хотя бы по техническому слою асфальта. В следующем году положат финальный слой асфальта, установят бордюры и столбы освещения. Выезд из 6-го микрорайона будет иметь 3 полосы дорожного движения, а пропускная способность трассы рассчитана на 64 000 автомобилей в сутки.